Значит, если ехать по Сумской на север, там за лесопарком будет такой пустырь, потом будет странное место, а потом будет город Белгород, в котором я вчера вечером был. И я отыграл там что-то 2 часа еще с голосом. А потом открываю глаза, а там стоит 30 автоматчиков и 4 бобика. Но надо сказать, они были подчеркнуто корректны. И лично к этим ментам у меня не было совершенно никаких претензий. Потому что наркотики они не нашли. Но! Если обобщать... До Волоса коридор ехали все евреи. Но не стал Гегемон добрее или мудрее. Все флюра дросят ментам от шпаны до министра. Пидорас обычно хочет просто...